Тимощук Стефания, Сергей Михалков. На спектакле «Хижина дяди Тома». На сцене шел аукцион. Детей с отцами разлучали. Звон оков и плач и стон со всех сторон в толпе звучали. Плантатор лезет негру в рот. Он пересчитывает зубы. Так покупают только скот, его ощупывая грубо. Кто больше? Продан! Чей черед? Эй, черный, встать! Ты здесь не дома! Шатаясь, Том шагнул вперед. Друзья, купите дядю Тома! А ну, за этого раба, кто больше долларов предложит? Том, в чьих руках твоя судьба? Кто заплатить за выкуп сможет? Кто больше? Больше денег нет. Кто больше? Вот, еще монету. Кто больше? Вот, еще браслет. Еще возьмите брошку эту. Кто купит негра? Кто богат? Плантатор набивает цену. И гневно зрители глядят из темноты на эту сцену. Кто больше? Раз. Кто больше? Два. И вдруг из зрительного зала, шепча какие-то слова, на сцену девочка вбежала. Все расступились перед ней. Чуть не упал торгаш со стула, когда девчушка 5 рублей ему, волнуясь, протянула. Она молчала и ждала. И это та была минута, когда в порыве против зла добро сильнее, чем валюта. И воцарилась тишина, согретая дыханием зала. И вся советская страна за этой девочкой стояла.